темного времени суток. Хочу показать вам Златкину родословную. В сообществе уже видели фотки. Вот он, ее номер ВПКОСа. Вот она, Злата. Злата. Вот он, Туманчик. Вот он, чемпион Лайма. Класс Элита. Все. Все сделано. Ну, конечно, много дописано ручкой. Злате, вот видите, этот Лайме только белку чуть дописали. Ну, бог с ним. Снимаю видео в день-день. Так, я выключаю. Сегодня 30 число. 30, 12. Всех с наступающим. Сниму вам очерк. Конец года. Как бы там ни было тяжело и все остальное, я все равно вас поддерживаю. Себя и канал поддерживаю. Видео в архив уходит, на память, на долгую. Любой год. Ой, его можно открыть и будет посмотреть, как что было и чем ты занимался спустя много лет, когда-то был молодым или старым, неважно. Вот. О. Так, у меня с прошлого года просто кальмары лежат. Я решил их разморозить и что-то сделать. Морозилку тут чуть разбирал. Так, ну я пойду проставляться. Теперь не собаки проставляются, я проставляюсь. Выпал немножко снег, но тепло на улице. Сегодня кобелиный день. Я их сегодня повезу, мелкого повезу на прививку, каюра на посев. Сейчас я чуть разберусь с делами дома. Снег хрустит. Каюр, за рацион я тебе антибиотики убрал. Оставил только морфолоксин. Ты получше. Прорвалась, он более бодрее. Болезнь очень тяжелая. Я надеюсь. Чес. 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 Чеза. О, о, Чеза. Чеза. Ой, хотя бы так. Злат, молчала 15 лет. Можешь и сейчас помолчать. Я мафию выпущу. Вот, так что сегодня день такой, день создания в 22-м году СССР. Ну и я даже и не знал, что 30 числа-то. И совпало. На вкусняшку. На, за мой день рождения. И совпало с моим днем. Ну ничего. Даже не знал, честно. По телевизору, по интернету узнал. Ну ты взял и не скули. Это легкая. Вкусняшка сухая. Пусть побегает с ней. А я хочу им дать вот такие вот вкусняшки. Тоже Татьяна Череповца прислала посылку. Я не знаю, что это такое. Бел голос. Бела, боевик. Бела. Белка. Сидеть. Сядь. Голос. Дай голос. Дай голос. На. На. С такой палкой. Сядь. Голос дай. На. Каюр. Каюрка. Хватит там метить. Господи, ушла оттуда. Нет больше другого места. Каюр, пойди ко мне. Садись. Дай голос. Голос. Молодец, три раза, да? На. На. Невысоко голову, я забываю, что он не может поднимать. Злат. Голос. Злата. Голос. Злат. Злат. Голос. Голос. На, понюхай. Хватает сразу. Злат. Голос. Голос. Злат. Голос. Ну нет, нет, на. Нифига ты, са. А ничего, так легко. Ты грызи давай, сейчас отнимут у тебя. Так легко грызутся. Молотилки. Хруст стоит вообще. Ты веслоухий. Лайка будет с висячими ушами. Шучу, конечно. Все, ты съел? Я тебе две взял. Я же знаю, что ты... На, 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 не ластись. На, на, на. Да, и погладится. И лапу. Да, и скулим. Светлеет морда, маска будет.
очертания брови будут. Бел, все, нету больше. Я остальное дом. О, прилетели. О, зубастики. Ой. Че за? Фу! Фу, я сказал, фу! Это кто это из пасти отнимает у него? Ну-ка, пошла отсюда. Пошла! Не грызет. Ох, какая наглушка-то, а? Вам варят, сварилась каша. Я тебе сейчас отниму. Наглостью лезет она к нему. Отнев, прям в пасть к нему залазит. А? Я тебе вот... Видишь, он старается. Красиво будет. Маска будет красивая. Он сейчас стал опять начал подходить. Вот кусается, правда. Ничего ему не даю, проверяет она. Какие острые зубы у тебя. О, на храм там соседи приехали вчера. На Новый год. Почесал. Линяют все. Че за не? Скоро потекут две соски. О, дождик пошел небольшой. Дождик идет. Не попади под струю, каюра. Снесет нафиг. Да, сейчас поедем скоро на прививку. Олеська хотела тебя потискать. Да, сказал, приедь, пожалуйста, дай хоть пошмогай. А он не ручной. Не ручная собака. Это хорошо. Лояльные. А, каюр стал отцом сегодня. Отцом своих щенков, папой, как многие любят писать, дум. Иногда путают, конечно, меня папой называют. Но я могу всем вот этим вот диванным соплям могу сказать, то, что я не папа, я их не хозяин. Если бы я был бы папой щенков, они бы еще чуднее были бы, поверьте мне. Я знаю, о чем я говорю, я прожил жизнь. Так что папа вот... Герда ощенилась сегодня на мой день рождения. События хорошие. На премьеру приходите сегодня в 19:00. Погуляем. Лесную охрану посмотрим немножко. Ну, на телеграм-канале там видели отрывки. Мобильно там, что можем по-быстрому что-то посмотреть. Это там. Если я соизволил там что-то показать или решил. То быстрее, чем в Ютубе, конечно. Вот. Во, во. Дождь. Все, каюр. Сколько там, никто не знает. Сейчас она залезла куда-то там. Никого не пускает. Гуляла-гуляла, залезла под сарай. Выкопала нору. Ну, вот что говорит, крови. И теперь мы не знаем. Сейчас Юра пошел ее вызволять оттуда. Она рычит, никого не пускает. Ты будешь мне сейчас опять ноги? Нет? Пиявка. Так что вот так вот. Событий много. Интриг никаких я не держал. Многие думают, что это интрига была по поводу Герды. Нет. Просто уже многое убираешь от Ютуба. От чужих глаз. Головного мозга. О. Просто уже много чего не показываешь, не открываешься. И поэтому никаких интриг никогда не было и не будет. И срок-то не было. Держать интригу какую-то. Не. Немножко люди путают, конечно, с интригами. И принять решение не показывать. И докладывать по каждому свой шаг. Так, а где? А, все здесь. Вроде вот так смотришь на стаю. Вроде такая небольшая стая. Вот как бы вроде кучка-то. Вроде ничего, если так по количеству. А хлопот куча. Куст вот съездил на прививку. Это куст, это по лайме. Это белка и злата. Сейчас зеркалку надо взять, пощелкать вас. Вот какая ты. Вот, Злата в ударе была. Мы и на Новый год посмотрим, ролик есть. Завтра вам покажу. Сегодня премьеру посмотрим. Она мне не дала с самого раннего утра. Вязку за зверем ушла и перехватывал ее опять.
Вот так вот стая Соловьева растет по чуть. Лаймины все, да, заслуги восстановлены, записаны в племенную книгу. И кто бы что бы ни говорил, как про нее не плясал на костях. Они в полном говне. А мы на коне сейчас. А они как были в болоте, так и остались. Кто как бы чего бы ни делал, вплоть до экспертов недоделанных. Ну, Закаюр! Ничего он там не возьмет. Что ты там охраняешь? Так что есть плюсы. Конец 22-го года, хоть я и потерял отца. Но есть и плюсы. Жизнь продолжается. Немножко завтра уже 9 дней, но с годами будет легче. Впереди, может быть, еще труднее какие-нибудь события, но не хочется об этом думать. Надо жить настоящему сегодня и сейчас. Всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья, любви, ласки. Идет дождик, я прекращаю. Идите на позитиве, что не понимаете, спрашивайте, не делайте поспешных выводов, и будет всем счастье и правильный подход, и будете грамотно выглядеть в комментариях. Не стесняйтесь что-то познавать, учиться, и будет вам вообще на руку все, и будет, это будет намного лучше, чем ахинею писать, поверьте мне. Будет приятнее общаться. Так что вот так вот. Всех обнял, увидимся в травматологии, да? До хруста.